Омагена тимиранда сия гьянжана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гравей намаха. Джаум Вишнупад Шрила Бхакти Бимала Вадут Махараш Ки Джай. Джаум Вишнупад Шрила Бхакти Судхир Гасвай Махараш Ки Джай. Джаум Вишнупад Шрила Бхакти Нирмала Чарья Махараш Ки Джай. Джаум Вишнупад Шрила Бхакти Раджан Хусуда Махараш Ки Джай. Джаум Вишнупад Парамахамса Париврадика Чарья Варяшта Трашта Шишимад Бхакти Сундар Говинда Дев Гасвай Махараш Ки Джай. Джаум Вишнупад Парамахамса Париврадика Чарья Варяшта Трашта Шишимад Бхакти Ракшакштар Дев Гасвай Махараш Ки Джай. Бхагаван Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Прабхупад Ки Джай. Джаум Вишнупад Шрила Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай. Джаум Вишнупад Шрила Садчитананда Бхактинот Такур Ки Джай. Джаум Вишнупад Шрила Джиганатха Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай. Шри Рупануга Гуру Варга Ки Джай. Нам Ачарья Шрила Харидас Такур Ки Джай. Нанд Коти Вайшнава Ринда Ки Джай. И читание Сарасват Мадхачарья Вринды Ки Джай, Джай, Шипат Виджараман Прабу Ки Джай, Джаум Вишнупад Вишваренем Шрила Че Бхактивиданта с вами Прабхупад Ки Джай, Джай Шигуру Парампара Ки Джай, Джаум Вишнупад, Джай Супрекара Шишигуру Гуранга Ганкарва Гиридхариджа Ки Джай, Джай Ши Гирираж Гавардхан Ки Джай, Джай Шинри Симхадев Прахлад Махарадж Ки Джай, Джай Шимати Туси Махарани Вринда Деви Ки Джай Бахты Вринда Ки Джай Нитай Гоур Примананды Хари Гоу. Хари Кришна, дорогие преданные, добрый вечер. Рады всех видеть на нашей вечерней программе. Вот, ну что, может, какие-то вопросы есть? Какие-то наболевшие? Что, у кого что? У кого что болит? Все болит, Махарадж. Душа. Душа болит. Душа болит. Да. Завтра у нас поминки. Нитай Чандра Прабу. Это сколько? Это 9 дней, что ли? Ну, на 10-й, на 11-й день. Вот будем. Приготовим что-нибудь, предложим божествам, предложим потом Прабу. Ну. Харе Кришна. Так, ну что, тогда, если вопросов нет, можно что-то почитать, правильно? Джай, Шрила Бхакти Ракшакштар Дев Госвами Махарадж Ки Джай. Джай. Джай, проповеди хранителя преданности Ки Джай. Любая баджана действенна, если она связана с Богом. Мы не отрицаем ни одного из видов служения. Нужно заниматься тем, что подходит для нашего уровня. Но в то же время не относиться свысока или пренебрежительно к иным путям. Это будет оскорблением с нашей стороны. Кто дал нам полномочия судить, что выше смарана или другие виды баджана, например, пада севана? На каком основании мы принижаем какие-то виды служения? Такие предметы требуют крайней осторожности, о них нельзя рассуждать просто ради удовлетворения любопытства. Лишь в случае крайней необходимости мы подчеркиваем превосходство Лакшми над Шукадевой или Амбаришей. Нельзя говорить об этом ради забавы, когда вздумается, эти вопросы очень серьезные. Сказать, что один вайшнав выше другого, значит совершить очень серьезный поступок. Этим не шутят, такие темы очень тонки. Судить об уровнях преданных нужно с большой осторожностью. Такие сведения не должны становиться предметом массового изучения наподобие теорий, о которых во всеуслышание говорят в университетах. Нужно понимать, что вайшнавы – реальность, подлинно существующие личности, обитатели мира чистого сознания. Этот вайшнав – такая великая душа, а кто я, как я смею судить о нем? Есть пределы, за которые не должна переходить любознательность, чтобы не стать непочтительностью и пренебрежением. Сегодня как раз Шрила Мадхусудан Махарадж
Он говорил, что один раз Шри Шридхара Махарадж задал вопрос преданным, которые задавали многочисленные вопросы. Он сказал: теперь я хочу задать вам вопрос. Спросил, что такое сознание Кришны? И, ну, преданные так ответили. Ну, не знаю, кто-то слышал, наверное, сегодняшний эфир, кто-то не слышал. Так или иначе, кто-то сказал, что воспевание Махамантры Хари Кришна, кто-то еще что-то. Вот, ну, в конце концов, Шри Шридхара Махарадж сказал, сознание Кришны – это реальность. То есть тут он тоже повторяет, что нужно понимать, что вайшнава – это реальность, подлинной существующей личности, обитатели мира чистого сознания. Это не то, что что-то абстрактное, это реальная, реальная духовная субстанция. И это является сознанием Кришны. Этот вайшнав – такая великая душа, кто я, как я смею судить о нем. Есть пределы, за которые не должна переходить любознательность, чтобы не стать непочтительностью и пренебрежением. И потом Нитянанда Прабху, он рассказывал о своем впечатлении, он очень тоже важную тему затронул о том, что, находясь в обществе вайшнавов, мы должны всегда помнить такой момент, что нужно держать правильную дистанцию, то есть мы не должны слишком далеко быть, и в то же время не должны слишком близко подходить, потому что если мы подойдем слишком близко, мы можем возникнуть некий элемент понебратства, пренебрежения, можем подумать, что все это, что вайшнав, он точно такой же, и в результате мы неосознанно совершим какое-то оскорбление, перестанем уважать, и потом наша духовная жизнь может на этом и закончиться. Так что мы подумаем, что все это то же самое, и пойдем обратно в мир. А если далеко слишком? Не сказать. Вы сказали, что близко, ну, опасно, а далеко слишком не сказать. Ну, а далеко тогда мы, как мы будем служить? Мы, ну, мы же должны какие-то наставления получать. Нужно всегда, ну, каждый преданный должен выбрать свою дистанцию, то есть на каком уровне он находится. То есть мы должны понять, что, ну, очень важный момент, что каждый из нас находится на определенном уровне своего развития. И этот уровень, он меняется, ну, очень-очень медленно. То есть это не то, что там вот мы видим, что преданные быстро прогрессируют, когда приходит сознание Кришны. Но это говорится, что они набирают обороты с прошлой жизни. То есть они очень быстро достигают оборота того. Ну, то есть мы все такие. То есть мы все очень быстро, там, буквально за 2-3 года набираем обороты, доходим до какого-то уровня, и все. И можем сказать, что мы встали. И для того, чтобы прогрессировать, нужны такие неимоверные усилия. Ну, по всем нам можно судить, что мы задаем одни и те же вопросы. Ну, просто, может, кто-то даже не отдает отчета, что задает один и тот же вопрос. Всегда, да. То есть, вот, ну... Просто с разной формулировкой? То есть, с разной стороны просто. Но видно, что каждого преданного интересует какая-то одна конкретная тема. И не то, что там это самое, просто слова переставляются, разные ситуации, но, в принципе, вопрос всегда один и тот же. Я даже могу сказать, но я не буду говорить, что... И кажется, что как бы, ну, вроде, а для преданного, ну, дело серьезное, как бы, дело, вопрос жизни и смерти. Но этот вопрос звучит на протяжении многих лет, один и тот же. Это не говорит о том, что преданный плохой. Просто, ну, он находится на своем уровне, для того, чтобы произвести какой-то прогресс, нужны серьезные обстоятельства, которые должны случиться. Или серьезные собственные усилия, там, воспевание, каком-то прохождении, какого-то опыта. Но нужно понять, что чтение книг, ну, оно дает нам теоретическое знание. Слушание лекции дает теоретическое знание. Но это нужно все еще реализовать. И мы, пока мы все это... То есть не стоит читать тогда вообще? Почему? Я не сказал, что стоит читать. Не стоит читать тогда? Нет, я не говорю, что не стоит читать. Ну, теоретическое знание, а где мы практикуем? Нет, я не понял. Я говорю, мы читаем книги и получаем теоретическое знание. Да.
Вот. И потом, служа, мы это знание, то, что мы теоретическое, мы его реализуем. То есть это же две составляющие. Ну, то есть считать можно, да? Не, ну а как? Мы же... Откуда мы будем черпать вообще вдохновение и еще что-то? Потому что если мы не почитаем там, ну, день-два, может, ничего не случится, но если там мы месяц не почитаем, год не почитаем, лекции год не послушаем, ну, мы что-то будем в это время другое употреблять. Мы будем с кем-то другим общаться, правильно? Будем что-то другое читать или слушать. Соответственно, мы погрузимся в мае, и там, а там все в мае, а все обосновано. Все очень с верой дано. Ну, люди же верят в то, что говорят. Правильно, все верят. Просто вопрос, с какой, какого качества веры мы соприкасаемся. Махарадж, сейчас скажите, а вот что должен чувствовать преданный? Ну, вот, когда это твое расстояние? Ну, с вайшнавом, ты, ну, это не значит, что я там комфорт чувствую или что-то. Но как понять, что это то самое расстояние? Ну, для... ну я думаю, что в наших случаях, вот тут здесь все находятся, это уже это расстояние уже выбрано давным-давно. Мы уже находимся в этом расстоянии. Это в большей степени относится, знаешь, вот есть, ну вот молодежь, она только приходит. И она думает, что вот сейчас она там окажется в обществе гуру, и там как бы вот будет служить ему, там, и вот очень быстро продвинется, очень быстро достигнет каких-то успехов, как бы. И вот в этом случае есть вероятность, ну, пренебрежительного отношения, особенно в неофитском состоянии. Потому что, ну, взрослые преданные, они эти вещи знают. Я чуть-чуть немножко другое, или, наверное, неправильно сформулировал. Вот, ну, а может ты, ну, выбрал более далекое расстояние для того, чтобы чувствовать себя в комфорте? Так я, это тоже, это другая грань. То есть, если мы хотим свободы, то есть, но с другой стороны, нужно понять, что это наша природа же. Мы, опять же, наш уровень. Мы же не просто так выбрали такое расстояние, потому что, ну, свобода — это самое трудное, от чего придется избавляться. Но самое сложное, чем мы пожертвовать должны, это свободой. Всем можно пожертвовать, в принципе. А вот свобода — это очень такое специфическое. А как нужно, ну, ну, себя подвинуть? Да, в этом. Ну, надо какую-то ответственность брать. Ответственное служение. Потому что ответственность, она есть ответственность, она дисциплинирует. И ты хочешь, не хочешь, начинаешь действовать. Ну, допустим, в храме ответственность простая. Есть божество, есть служение. Но ты не можешь просыпать программу. Не можешь не выполнять какое-то служение, правильно? То есть, ну, мы здесь находимся, мы вынуждены как бы что-то делать, хотим мы, не хотим, это ответственность. Это ответственность служения, и она стимулирует, заставляет что-то делать. А если мы хотим, ну, от случая к случаю, тогда мы ищем как раз свободы. Тогда удобно, конечно, дома сидеть, там, читать что-то, мантру читать. Вот. Но если такой уровень, то нужно понять, что сколько человек может выдержать, какой человек может выдержать. Я знаю, вот преданных приходит, у него садхана приходить раз в год. Ну, да, и в Питере. Вот он приходит вот там в определенный день. И для него это, ну, как бы нормально. То есть и вопрос один и тот же какой-то задает, как всегда там, и уходит дальше. Получает тот же самый ответ. И человек уходит. Ну вот мы можем его критиковать или не можем? Не, а он причем, я же про себя, вот, ну. Ну, я про всех говорю, то есть мы никого не можем критиковать. И как раз Шилшитар Махарадж об этом говорит. Этот вайшнав — такая великая душа, кто я, как я смею судить о нем? То есть нужно понять, что каждый, кто соприкоснулся с сознанием Кришны на любом уровне, это вайшнав. Ну, просто определенного уровня, высокого, маленького, это вообще, ну, не так важно. Если человека привлекает святое имя, если его привлекает преданное, если он почтительно относится, это уже, ну, огромное достижение. Поэтому Гурудев, он, ну, он не позволял нам никого критиковать, правильно? И он говорил, что, ну, чего, ну, там,
ну, истории были там, да, кому-то дал Гурдев инициацию, а ему говорили, что типа вот, почему ему дали инициацию, он такой совсем как бы никакой. И Гурдев, он говорил, ну, я ему дал, он через 50 жизней, может быть, ну, он проявится в другой. Что-то тут написал Гададхар. Сауна что-то пишет, как, с загадками. Гададхар. Гададхар уехал в Питер. Рей Кришна. Так, ну что, дальше читаем. Вчера вечером вы вспоминали о... Мы вспоминали о ваших словах. Смирение означает не иметь положения. Шридхар Махарадж. Да, не иметь положения, поскольку у слуги нет самостоятельности. Он полностью принадлежит господину. Он не знает, что он будет делать в следующий миг. Все зависит только от воли повелителя. Но он покоряется только господину, а не каким-нибудь гундам, мошенникам. Смирение может быть только перед личностью. Не бывает абстрактного смирения, глупо подчиняться первому встречному. Я падший, я низший из низших. Но по сравнению с кем? С моим господином. Смирение перед Господом и вайшнавами, они мои повелители. Смирение Хануману же проявилось в том, что он поджег Ланку, золотое царство Равана. Он смиренно исполнил повеление Господа Рамачандры. Вот пример полного самопожертвования. Преданности. Иными словами, смирение – это верность. Любой ценой исполнить приказ повелителя, связанного с миром Вайкунхи, с высшей реальностью. Смириться перед вайшнавом, а не перед обычными людьми, тиграми или змеями. Преданность всегда связана с вайшнавом, чья воля для него священна. Не может быть и речи о том, чтобы не исполнить наказ вайшнава. Нужно исполнить его наставление безо всяких возражений и предрассудков. Таково истинное смирение, суничита. Смирение не надо связывать, как это часто бывает, с этим бренным миром. С точки зрения просветленного человека, люди, населяющие этот мир, живут в иллюзиях, поэтому они безумны. Смирение не есть безумие и не должно определяться по стандартам безумцев. Быть смиренным означает жить по представлениям мира истины, а не мира иллюзий. Моя мысль понятна. Вот это очень непросто. Предаться вайшнаву, находиться в его обществе, делать все, что он говорит. Это очень кажется там, что это такое вот, как это называется, мечтание, да, такое, мечтание на уровне романтики. Ну, мы смотрим. Читаем книги, о, как круто такие. Вот для нас всегда хочется смотреть кино про кого-то, кто совершает подвиг. Вопрос в том, сами как мы будем совершать подвиг. То есть подвиг, он не заключается не в том, чтобы как бы там даже на амбразуру там весь мир изменить, там, да, там, поднять флаг. А подвиг заключается в смирении, что мы со смирением начинаем выполнять волю вайшнава. Гурудева. Не от себя действуем, не потому что нам кажется, что вот так нужно делать или так вот делать. Там подражать кому-то. Там вот читаем, ну, допустим, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупада, он пишет какие-то вещи, там говорит, да. То есть и мы можем тоже вот тоже оперировать, там, объявить войну всем. Но если нам не сказали войну объявлять, как мы будем объявлять ее? Объявить и проиграть. Достойно. Поэтому просто как бы, ну, лозунги посылать там откуда-то, кому-то советовать чего-то. Быть смиренным означает жить по представлениям мира истины, а не мира иллюзий. Моя мысль понятна. Преданный, да.
Шридхар Махарадж. Прабхупада определял смирение как то, чего нет там, где есть дух потребительства. То, чего нет там, где есть дух потребительства. Склонность к собственной выгоде или эксплуатации порождает агрессию. Она несовместима со смирением. Смирение означает полностью без остатка посвятить себя служению. В эксплуатации или отрешении от нее нет смирения. Обе эти склонности несовместимы с миром реальности. Они порождены заблуждениями. Они вызывающие враждебны по отношению к истинному миру. Вам понятно? Преданный, да. В эксплуатации или отрешении от нее нет смирения. То есть отречение – это не смирение. Многие просто думают, что духовный путь – это ничего не иметь. Я помню, мы в Геленджике в баню пошли, там какие-то мужики там сидят, короче. И мы такие, а вы, говорит, ну они, видать, друг друга все знают давно. Мы, видать, там новенькие какие-то оказались. И нам говорят, а вы, говорит, откуда, ребят? Мы говорим, ну, мы, говорим, монахи, как бы. Ну, мы как раз ездили там из одного в город в другой, там, с туром с каким-то проповедническим. Мы говорим, монахи вот тут проездом. Он говорит, а как вы здесь оказались-то? На чем вы, как добрались-то сюда? Мы говорим, ну как, на машине едем. Он говорит, что у вас машина есть? Я говорю, ну да, говорит, ну, говорит, нет, вы, говорит, не монахи. Монахи на машинах не есть. Только пешком. Не видел монахов, и все на каких ездят. Не, ну, просто у людей может быть такое представление, что монах, он должен, ну, такой вот, пешком ходить пешком, с котомкой, там, ничего не иметь, там, или где-то в пещере жить, там. Ну, просто у людей очень разные могут представления вообще о том, что такое духовная жизнь быть. Она исключительно строится на собственном, там, иллюзорном или неиллюзорном восприятии. То есть, ну, у всех свое восприятие, ну, какой должен быть монах, или каким должен быть духовный человек. Ну, это очень абсурдная идея, на самом деле. Духовность – это чистое желание удовлетворить Господа. Ничего больше. Просто вот. А как удовлетворять – это уже вопрос, чего Господь хочет. Пундарик Виденихи, там он совсем как бы не был отреченным человеком. Не, ну, с внешней точки зрения, откуда мы знаем? С внешней точки зрения он выглядел как... очень кальян, там курил надушенные волосы, там слуги омахивают его, роскошные явства какие-то. Но он же как бы в этом, в неком забвении, ну я так всегда понимал, что пребывал относительно, ну, вообще, Господа, и его как бы вот это шлока пробудило его, скажем так, или нет? Почему? Нет, он находился в сознании, то есть он, ну просто, нужно понять, что есть такая работа, но... в материальном мире. Быть богатым человеком. Это тяжелый труд, на самом деле. Просто тот, кто не был богат, он не понимает, о чем речь. Богатым человеком быть сложно, на самом деле. Гораздо проще быть, ну, рабочим каким-то. Потому что богатый человек, он за все отвечает. То есть ему нужно распределить правильно деньги. Там. Поэтому богатые люди, это, ну, просто люди не понимают, о чем речь. Это тяжелый очень труд. Чем больше денег, тем сложнее жить. И это нужно поддерживать определенный статус. И если этот человек находится на уровне исполнения долга, то он внешне и выглядит как... то есть он служит обществу, но с виду он может выглядеть богатым, потому что если он будет, ну, бедным, его уважать просто не будут, и, соответственно, порядка не будет в обществе. Поэтому человек, он должен, ну, поддерживать стандарты определенные, то есть, ну, какого-то вида. А зачем там курить кальян? Ну, то есть какие-то, как бы, получается, были какие-то вещи у него, да? Ну, мы не знаем, просто, может быть, в том случае статус поддерживается кальяном. Но разный статус. Ну, допустим, вот Шрила Прабхупада пришел, какое он сделал поддержание статуса? Висасана, правильно? Ну, да.
Вот, но с точки зрения вот нас, это как бы, ну, зачем святому человеку висасану? Его, в принципе, вот в его биографии очень часто оскорбляли за это, ну, критиковали. Дорогие машины. То есть, типа, да, почему это вот святой сидит на, типа, на возвышении, все ему кланяются, там, особенно студенты его критиковали. Ну, критиковали, почему? Просто из зависти, на самом деле. Но он не отказывался от этого, почему? Потому что нужно утвердить было положение гуру, статус гуру. То есть, и поэтому для него это была огромная аскеза, на самом деле. Ну, то есть нужно понять, что вот это, поддерживать статус гуру – это огромная аскеза. Потому что, ну, а если люди не поймут этот статус, то тогда они не будут понимать, кто такой вообще Господь, и тогда они будут постоянно совершать оскорбления. Поэтому установка вот этого стандарта поклонения – это всегда очень сложная тема, на самом деле. Это не то, что там… Ну, просто… Точно так же, как и богатством, невозможно наслаждаться. Точно так же невозможно наслаждаться поклонением. Потому что, ну, гуру, он принимает поклонение не для себя. Если гуру будет принимать поклонение для себя, то тогда, ну, это, ну, просто разорвет, ну, голову разорвет. Это, ну, просто никто не понимает. Поэтому гуру, он, это тот, кто передает поклонение Господу. Поэтому, а если люди не будут поклоняться Господу, то они ничего о Господе не узнают. И так они и будут продолжать находиться в невежестве. Поэтому это парампара, вот этот стандарт поклонения, его необходимо устанавливать. Поэтому нужен статус, поддержание статуса. И поэтому, ну, вот, ну, просто нам трудно представить, что там происходило в то время, правильно? Почему кальян курил, там, еще тем более, ну, Шрила Прабхупада, он там очень строго сразу, 4 регулирующих принципа, никаких кофе, никаких этих... То есть, другими словами, внешне это без разницы играет роль, насколько он к этому привязан и как он к этому относится. Насколько человек, он и в его жизнь посвящена удовлетворению желаний Господа. Просто желания Господа, они ведомы только преданному. То есть человек должен быть предан либо Господу, либо гуру. Ну, как правило, это все в одном. Просто у кого-то кто-то с гуру имеет связь, кто-то как бы в этой жизни, ну, гуру проявлен в другой форме, в тонкой. Вот поэтому, ну, вот очень сложно, ну, определить, что, кто есть кто и что есть что. Поэтому, ну, вот нам всегда советуют выражать почтение всем в соответствии с занимаемым положением. Если будем всем одинаковое почтение выказывать, мы будем оскорблять вышестоящих. Поэтому мы должны все эти вещи понимать. Да, всем поклоны. Присоединяются. Сейчас Махарадж Пундарик Виденитхи после вот этого как бы сцены вот этой, да, то есть, ну, то, что произошло, он не поменял образ жизни, получается. Просто не в понимании, может, у тебя плохо как бы. Так нет, он изначально преданный. Я понимаю. Он изначально пришел из трансцендентной реальности. Он изначально жил и продолжал жить как преданный. Угу. Просто. Мне почему-то отпечаталось так, что они его как бы вот, ну... Что он трансформировался? Типа, когда пробудили его, и он потом все это бросил и ушел, как бы, да? То есть, мне что-то так... Да не, он просто продолжал дальше жить. Все, ну, все. У него же свои... Он же там описывается, ну, один момент его жизни, что он очень, ну... Ну, как выражал величайшее почтение всему, что связано с Господом, там, ну, Ганге, допустим, он приезжал на Гангу, но он не купался в Ганге. И он считал, что люди, ну, оскорбительно относятся к ней, что они там стираются, моются. И он поэтому, когда никого не было, он ночью приходил, ну, с почтением кланялся, несколько капелек. Как вот? Это не то, что он наслаждался... с этим кальяном, то, что его обмахивали. Просто его положение было, ну, статус. Вот. Нужно понять, что личность, она занимает определенное положение. Там царь, дипломат, какой-то, ну,
почтенный человек, там, ну, тот же Рамананда Рай, допустим, да, вот описывается же первая встреча с Господом. Он преданный изначально, Рамананда Рай. Но он пришел на берег, там описывается, с ним тысячи слуг было. Его там внесли в паланкиль, омахивали там как бы. И он встретился с Господом, там обнялись они. Вот, и у них там началась беседа потом. Почему? Ну вот он же преданный, зачем ему такое количество? Потому что он статус поддерживает. Он же этот, кто он был? Губернатор там, Мадраса. Или чего он там? Да, то есть у него, ну, Бхактинот Такура, он же судья. Зачем ему, ну, приговоры выносить, там еще что-то. Ну вот он там 4 часа судья, а остальное время он там занимается какой-то своим баджаном. Опять Саоми что-то служил. Саоми опять пишет, я просто не пойму, он иногда пишет какие-то вещи. Вот. Так, ну ладно, дорогие преданные, у нас тут мы заговорились сегодня. У нас сегодня воскресенье. Пришли наши бахты все. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Ядавая Мадхавая Кешавая Намаха. Yeah.
Ваша Прикара, Шиши Гуру Гуранга Ганхару Гиридхари Джики Джай, Джай Ши Гирираж Гуартан Ки Джай, Джай Ом Вишнапад Парамахамса Париврадзи Качари Варя Штатра Шта Шиши Мат Бахти Сундар Говинда Дев Гасвай Махараш Ки Джай, Джай Ом Вишнапад Парамахамса Париврадзи Качари Варя Штатра Шта Шиши Мат Бахти Ракшак Штардаев Гасвай Махараш Ки Джай. Бхагаван Шила Бхакти Сидан Сарасвати Такур Прабхупад Ки Джай. Джаун Вишнупад Шила Гаур Кишор Дас Бабаджи Махараш Ки Джай. Джаун Вишнупад Шила Сачитананда Бхактинот Такур Ки Джай. Джаун Вишнупад Шила Джаганатха Дас Бабаджи Махараш Ки Джай. Ширу Пану Гуру Варга Ки Джай. Намачарья Шила Харидас Такур Ки Джай. Рандхоти Вайшнава Ринди Ки Джай. Ши Бхадев Видьякушана Ки Джай. Шила Вишванат Хачхаравати Такур Ки Джай. Ши Народтам Шимананда Шинивас Чаре Прабу Ки Джай. Шива Вриндаван Дас Такур Ки Джай. Шива Кришнадас Кавираджа Ки Джай. Садга с вами Вриндавана Ки Джай. Сапаршада Шинитянда Прабу Ки Джай. Сапаршада Шиман Маха Прабу Ки Джай. Джай Ши Ши Рада Кришна Гопи Гопинат Ши Яма Кунда Рада Кунда Гири Гавардхана Ки Джай. Шутха Бхакти Вигна Винаша Шинри Симхадев Ки Джай. Бхакта Прабара Прахлада Махарадж Ки Джай. Туласи Махарани Ки Джай. Ганга Имунаджи Ки Джай. Гранта Радж Шимат Бхагаватам Читани Чаритамрита Ки Джай. Вишвайшнава Раджа Сабха Ки Джай. Ши Читани Сарасват Мат Ки Джай. Шидам Майпур Ки Джай. Шидам Навадвип Ки Джай. Бриндаван Пурушатам Дхам Ки Джай. Бхадева Субхадра Джиганатха Джи Ки Джай. Самавитта Вайшнава Мандала Ки Джай. Самавитта Бахта Варинда Ки Джай. Харинам Санкиртана Ки Джай. Джаван Вишнупад Шива Бахти Бимала Вадут Махарадж Ки Джай. Джаван Вишнупад Шива Бахти Субхир Гасвай Махарадж Ки Джай. Джаван Вишнупад Шива Бахти Нирмала Чарья Махарадж Ки Джай. Джаван Вишнупад Шила Бахти Раджамат Хусудан Махарадж Ки Джай. Ши Читани Сарасват Мадхачарья Вринда Ки Джай. Джай Ши Пат Виджай Раман Прабу Ки Джай. Джай Шила Бахти Амрит Махавир Махарадж Ки Джай. Джай Ши Пат Бахти Ашрай Данди Махарадж Ки Джай. Шимати Бахти Лалита Деви Ки Джай. Джаван Вишнупад Вишу Варением Шива Че Бахти Дан С Вами Прабхупад Ки Джай. Вся слава всем преданным Ки Джай. Витай Гоур Примананды. Джай Саприкара Шиши Гуру Гуранга Ганхарва Гиридхари Джики Джай Гирираж Гвардхан Ки Джай. Харе Кришна, дорогие преданные, на этом наша вечерняя программа закончена. Вот, встретимся, если все повезет, завтра утром. Всем Харе Кришна, спокойной ночи, удачного духовного вечера, удачного духовного утра. Харе Бог.